Так, наконец, друзья, Toyota 70-ка V8, в главной роли Игоречек. Сейчас мы его увидим. Вы тут потом? Лютый пилот. Подождите, я с ним буду бежать рядом. Куда он едет? Он помнит дорогу хоть? Ого, уперлись. Саня, он же V8 поставил. 3УЗ. Привет. Дорогу, я сказал, мальчик. Все, проехали? А вот этот сбил сейчас. Вот этот? Вот этот восток? Самый, там, где заработала ваша. Что там? А, где УТВшка лежит? Я прокопал. Слышишь, когда меня он катал, то он быстрее ехал. Говорю, подвези к спецучастку. Я запрыгнул сзади, блин, думал, что все уже. Да, вы ничего не могли меня уже не встретить. Еще ж рука одна занята. Давай, давай. Чуть-чуть назад. Окно открой, блин. Еще. Капек в пол теперь. Еще раз. Какой-то очкун, да? Ага. Дельфин. Да, все секунды такие. Да елки-палки, ты бы так ездил, как меня катал, блин, сегодня. Так уже на финише был бы. Саня, ты не представляешь, что я пережил, пока он меня вез. Да это жесть. Ну, V8 этому сумасшедшему. Ему нельзя 4 цилиндра в руки давать. Теперь повис. Да. Пилота больше в повитре было, чем на земле. Так V8 же. 3УЗ. Игорь, ты бы так ездил, как ты меня катал, так ты бы уже на финише был, блин. Заснул или что? Вылазь сюда. Вылазь, поможешь. Задай мне, что-то порухай трошки. Что-то проблемы у них, как обычно. Хорош, Коля, мотай! Да, обидная засада. Там самурай. Удалось размотать каким-то чудом. За это нельзя. За сосну. Стоп. Можно, что нельзя? Да не можно, никто не тянуться. Вот судья говорит, можно. Можно, судья. Давай сюда. На разных спецучастках по-разному. Где-то можно, где-то нельзя, знает маршал только спецучастка. Сказал, можно. Так, самурай тут. Что-то происходит. Да. Пошел. Иди, да. Пара, придержи его. Пара, придержи. Придержи. Это где отсюда, операторы? Держи. Валерьянка есть у кого? Тяни, надо подлить. Тяни, пара, тяни. Валерьяночки. Тяни, пара, тяни. Держи. Тяни, держи. Нормальный экшен. Тяни, пара, держи.
Ёлки, пацаны, и посуда выпала, ёлки-палки. Я вовремя пришел. И посуда выпала, Серега. Юра, Юра, тихо. Все нормально, блядь. Тащи сюда я. Трос, блядь, тащи сюда. Да я тебе говорю, посуда выпала с бутербродами. Что, ты хотел уже на Паралимпиаду его записывать? Нет, на по ветерану. Сюда, крюк дай сюда. Сейчас за каркас подымут. Я же говорю, хватит. Заняться, я понял, что не идет. Вовремя подошли мы. Хороший день такой. Хороший день. Да я смотрю, что что-то пахнет чем-то тут не тем. Ты посмотри, как люди сбегаются, вертолеты пролетают. А вон, ой, вертолет, да. Тихо, тихо, дети смотрят. Давай, время есть, еще нормально идете. Все, сейчас поднимитесь. Посмотри, что мотай, делает. Юра, мотай. Юра, давай. Юра, давай. Вот это Юра контент дает. Давайте кубок сюда, пожалуйста, кубок. Юра, я тебе сделал фото на аватарку, Юра. Юрочка, ну ты хороший. Слышь, Серега, и мне нравится, что он не застреет, как рассчитана машина под него. Вообще, ты посмотри. Входит и выходит. Смотри. Выходит. Смотри, что делает. Ёлки-палки. Ты что, это не в Чернобыль вам ездить? Тут посерьезнее места. Починил? Починил. Да не, ну посуды сколько выпало. Вот это Юра дает. Сейчас за каркас. За каркас подымут. Машина не тяжелая. Дерево что-то. Дерево там вроде крепкое, но надо было бы. Юра, капот, радиатор там, Юра, радиатор, капот. А чё? Попробуй массу, Юра, массу крути. Массу. Юра, массу крути. Во. На два поставь. Капот мнёте, ребят. Юра, не тяни, там радиатор при это. Радиатор прижмёшь. Лебёдка не тянет. Это нас поставит радиатор. Масса нет, да? Значит, перепакование. Да, не хватает. Вообще, даже понял? Все, хорошо, не нервничай. Давай, сейчас эвакуация. Блин, на его месте должен был быть Леня, блин. Но Леня что-то уже не тот сегодня. Ну кто подъедет, вытяни, давай перевернем. Ну что он так стоит? Кто подъедет? Да кто-то подъедет сейчас. Бокал финиширует. Там мотор, конечно, поет. Ну блин, V8. Это не шубу в трусы заправлять, да? Так, там через оптическую ось передается. Вы что делаете? Отец Павло. Благослови, чтобы машину поставили на колеса. Что-то Юра недоволен машиной. Самурай едет спасать. Так. Бокал финишировал, все нормально. Там какие-то секунды.
Успели вроде. Сейчас самурай будет спасать самурай. А я быстро сейчас. Поставить нас. Куда? Раздаточка все маленькая, компактная. Коробочка маленькая. Очень скользко. Запорол прям цепля. Первый, сколько? Хорош. Вы уже приехали. Так не смейка, сейчас он потянет. Опусти трос. Не надрывай спину, подтянется она нормально. А ничего ты не думаешь? Как еще подлет. Все, а теперь натяжку, надо залазить и назад вставать. Серый, давай. Подожди. Серый. Так а где Юра ушел, да, бросил все это? Все, надоело. Надоело, да? Ну да, он говорит, что какого-то взаимопонимания с машиной что-то нету, что-то. Или она враждебная тебе, что-то он недоволен, короче, был. Ну, вроде неплохая машина такая, красивая. Не хочет заводиться. Проблема не в лебедке, а в аккумуляторе. Нет, да? Да там ремень запутался в ребенке. Серег, иди помоги. Да, подсекай ремешок сзади. Отсюда, иди сюда, сюда иди. Что там за? Сзади, иди сюда, Сереж, ну отсюда пойдем. Вот, теперь пошло. Павло, ну помогай, что ты стоишь. Запускай. Серый, запускай. А? Иди на лебедку смотри, чтобы вот так. Нормально. Пальцы, нет. Смотри. Заднюю, запускай, заднюю, влево руля. И вытягивай. Давай, трос. Крути, лебедку. Или шо? Или давай на лебедку. Дальше запускай. Нет, все нормально с аккумулятором. Право вперед! А подожди, там посуда лежит. Право вперед! Право руля! Просто отпускай! Самурай тут закончим, давайте. Не усмотрю пока. Начнется экшен, переведем камеру. Давай, просто тут экшен. Первый. Да. Еще. Еще. Руль такой интересной формы. Моторные лодки, наверное. Самурай, вот это аппарат. Ничего с ним не может произойти. Спасли. Рома! Уехали! Сюда! Осторожно!